канал Ruviana Voice совместно с группой номер один для русскоязычных в Австрии «Русская Австрия» представляет. Да, приветствую всех, друзья. Мы находимся сейчас в натуралистическом музее, и мы пришли с ребенком. Да, здесь специальная экспозиция, посвященная мамонтам из Сибири, которых, ну, это настоящие кости, настоящие кусочки мамонтов, которых раскопали в Сибири. Вот. А это бизон, вот видишь? А это... Так, тут тоже кости какого-то непонятного существа. О, маме, маме. Вот, значит, смотри. Это был маленький когда-то мамонтенок. И вот он, видишь, какой у него остался, от него остатки нашли во льду. Тоже остатки мамонтенка. Так, нашли его на полуострове Ямал в 2007 году в Сибири. Он жил 40 тысяч лет назад. И возраст его один месяц был. Вот такие, да? 40 тысяч лет назад такие жили, когда уже в конце ледникового периода. Да. Стоящий. Да, сейчас. Я лью туда не жестко. Какой он был огромный, да, сынок? Не смей, я соскаю фото, видео. Папа, я не настоящий. Нет, не настоящий, но такие вот они были при резерве. О. Пойдем. Так, а вот, смотри. Вот кости настоящего мамонта. Настоящие кости? Да, настоящие кости. Пойдем, почитаем, где. Мне кажется, что они сделаны. Не могут такие кости ровные. Почему? Просто они вот железными такими обручами поддерживаются, чтобы не развалились. Но это кости настоящие мамонта, да? Давай почитаем. Так написано. Так, вот что это такое? Кусок кости. Что это? Это вот скелет, череп. Да, сейчас посмотрим. На что пойдем? На какашки мамонтов посмотрим. Пойдем. Конечно, были, наверное, такие, что. Нет, настоящие, да, вот такие. Такие друзья. Почему настоящие откопали? А они их не закапывали. Зачем вам закапывать? Зачем их почти. Так, а вот смотри, видишь, такая нога его, да? А вот давай сзади посмотрим, какой у него такой небольшой хвостик был. Ну вот, смотри. Вот такие вот вместе с мамонтами жили. Папа, видео идет? Да. На ногу мамонта. Посмотри, какая у него. Ага. А вот еще какая у него была ступня. Вот это тоже в Сибири нашли. Так. У него была подошва, видишь, написано 5 сантиметров толщиной. Или пойдем вот сюда. Нет, подожди, а посмотреть сюда.
Что тоже был? Мамонтенок? Мамонтенок? И тоже вот, видишь, откопали все, что от него, видишь, он даже как, практически как в дерево стал превращаться от такого количества тысяч лет, который пролежал в снегу. А на того пойдем смотреть? Картины вот сюда. Так, а то смотри, видео сейчас. Нет, это не картина, тут, наверное, будет показывать видео, сынок. А вон, смотри, видишь, там олененок бегает.